Здравствуйте, Евгений. На самом деле патриаршая служба закончилась 2 часа назад, но те песнопения, которые вы сейчас слышите, это начинается уже православный фестиваль. Ну а, собственно, торжские торжества в честь иконы, торжества иконы Божьей Матери, начались ровно в 9:30 с выхода патриарха. Именно патриарх Московский и всей Руси Кирилл возглавил праздничную службу. В течение порядка 3 часов она продолжалась. Достаточно много людей, может быть, не столь много, как изначально ожидалось, но все же люди приехали из разных регионов. Ездят, безусловно, и высокие гости, есть первые лица города Ярославской области, продолжает оставаться на долге и советник президента Игорь Левитин. Собственно, нескольких из высокопоставленных гостей мы опросили. Я предлагаю вам послушать некоторые из интервью. Есть Ярославль, есть Толга. Вроде бы одно и то же, а на самом деле где-то вот так вот все-таки в Толге какой-то всегда протекает несколько иная жизнь. Они делают все для того, чтобы и сестры, и матушка, в первую очередь, Варвара, для того, чтобы... Но все было не только красиво, но и возродить то, что было утеряно. Толга – это кусочек рая на земле. Это история моей страны. Это 7 веков истории моей страны. Ну, собственно, торжества еще не завершены. Так что тех, кто не смог побывать здесь утром, я призываю приехать на Толгу во второй половине дня вечером. Приезжайте на машинах, приезжайте на автобусах, приезжайте на речном транспорте. Вы еще успеете застать окончание празднества, окончание торжеств, побывать на торжественных службах, побывать в Кедровой роще, возможно, если поедете прямо сейчас. Так что приезжайте сюда, приезжайте на Толгу и участвуйте в торжествах, посвященных 70-летию Толгского женского монастыря. Евгений.